В России теперь запрещен СМС-спам, навязчивая реклама, которую присылают на мобильные телефоны. Сегодня вступили в силу поправки в федеральный закон о связи. Главное изменение – такая рассылка теперь невозможна без согласия абонента. Кроме того, операторы связи получают право блокировать доставку подобных сообщений. Под действие закона не попадают обязательные сообщения от государственных органов, оповещения о чрезвычайных ситуациях, а также полезная информация от мобильного оператора о нахождении в роуминге или пропущенных звонках.